Многие пожилые люди считают изучение иностранных языков недосягаемой целью. Но, как говорится в английской пословице, «It's never too late to learn» – учиться никогда не поздно. В центре «Вера» организовали обучающие уроки по английскому языку, позволяющие быстро усвоить иностранные слова и их произношение. В конце 2018 года мы запустили проект «Психологическая разгрузка». Провели анкетирование, и по итогам этого анкетирования, проанализировав все данные, которые нам дали наши получатели услуг, мы выявили, что, оказывается, у них очень большое желание заниматься иностранными языками. Они хотят путешествовать, и кроме того, чтобы путешествовать, хотят общаться на английском в интернете. На первом занятии педагог Оксана Иванова в форме игры познакомила своих учеников с алфавитом и цифрами английского языка, а также попросила пройти специальный тест, с помощью которого она сможет определить уровень знаний каждого. Вне зависимости от возраста, у человека, если возникло желание изучать иностранный язык, ну, добро пожаловать, я буду только рада этому и помогу всячески, да, развивать навыки и умение говорить на иностранном языке. Оказалось, что большинство пришедших когда-то изучали немецкий, поэтому с первого раза научиться правильно произносить английские слова им было непросто. Но, несмотря на возникшие сложности, ученицы преклонного возраста уверены, в наше время знать английский необходимо всем. Я очень часто выезжаю за рубеж, и там есть жилье, то мне необходимо знать английский язык, хотя бы на бытовом уровне. Без него очень сложно. Теперь в центре «Вера» уроки английского языка будут регулярно проходить 2 раза в неделю. А обучающая программа обещает быть очень интересной, насыщенной и, главное, доступной каждому. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.